Нобелевский лауреат, писатель Ромен Ролан, утверждал, что лучше узнать истину наполовину, но собственными силами, чем узнать ее целиком, но с чужих слов, и выучить как попугай. Если вы готовы к поискам истины, давайте начнем прямо сейчас. С вами я, Олег Шишкин, и в эфире «Загадки человечества». Сегодня в программе... Возрождение проекта 941-бис. Российские конструкторы разрабатывают подводный авианосец-гигант. Почему скептики считают эту задачу неосуществимой? И когда плавучий аэродром появится на вооружении России? Нам нужны будут силы для решения заокеанских задач. Гигантские питоны убивают детей в США. Почему рептилии из Юго-Восточной Азии расплодились в Соединенных Штатах? Есть ли шанс остановить змей-мутантов? Поразительно, что этим тварям не страшны ни капризы природы, ни даже огненные муравьи, которые, по идее, должны уничтожать яйца в змеиных кладках. Холм мертвецов в Папуа-Новой Гвинее. Почему местные власти не могут справиться с племенем каннибалов? Что стало с первооткрывателями людей Ангу? Несмотря на то, что это маленькие человечки маленького роста, они наводят ужас на всю округу. Их боятся все близлежащие окружающие племена и даже белые люди. Жертвы спасательного жилета. Нацистский доктор Зло убил более 400 человек, чтобы создать средства защиты. За что нацисты казнили злого гения? Люди испытывали страшные муки. Большинство сходили с ума. Грибы атакуют людей. Почему грибное царство воюет с человечеством? И как защититься от нападения? Споры вездесущих могут прорасти где угодно, в том числе и у нас в организме. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Российские инженеры воссоздадут фантастический проект АТАВ КРП 941-БИС. Гигантский подводный авианосец. По легенде, подобную машину уже пытались собрать советские конструкторы. Однако, якобы в 95-м году, когда стало понятно, что СССР никогда не возродится, было принято решение прекратить разработки. Почему некоторые скептики называют 941-БИС неосуществимым проектом? И может ли подобный корабль на самом деле появиться на вооружении России? Историки утверждают, проект 941-БИС – это легенда. Подобный авианосец в СССР никогда не строили. К моменту распада Союза все, что было сделано в рамках этой программы – небольшая пластиковая модель гигантской подводной лодки со взлетной полосой. Первыми флотилию подводных авианосцев построили японцы во время Второй мировой войны. Предположительно, именно гидросамолет с подводного аэродрома проводил разведку перед налетом на базу Перл-Харбор. За время Второй мировой войны было выпущено где-то 56 подводных лодок, способных нести, значит, вот, скажем так, гидросамолета у себя на борту, то практически все они были выпущены японцами. Вот, кое-что выпущено было Германией. Японские подводные авианосцы вмещали в себя три собранных и один разобранный на части самолеты, кран для подъема и оружейный склад. По задумке, гидроплан разгоняли с помощью катапульты. Возвращение на борт происходило в несколько этапов. Сначала самолет садился на воду, затем его подбирали с помощью крана и опускали в ангар. После капитуляции Японии весь подводный флот был уничтожен. По мнению экспертов, Штаты боялись, что эти разработки попадут в СССР. Однако сегодня Россия сама в состоянии создать подводный авианосец. И если верить прогнозам аналитиков, на его борту будут не только самолеты. Сегодня конструкторы рассматривают вариант размещения на подлодках тяжелых боевых беспилотников вертикального взлета, таких как «Фазан». Новая разработка Министерства обороны России. Этот боевой дрон может атаковать практически любую цель. Радиус его действия 2000 километров. По мнению аналитиков, всего двух авианосцев, снабженных подобными беспилотниками, достаточно, чтобы перекрыть небо над небольшим государством. Мы возвращаемся в Африку. Поэтому, естественно, нам нужны будут силы для решения заокеанских задач. И это не касается не только Африки. Это касается, например, Азиатско-Тихоокеанского региона.
Однако, по мнению ряда экспертов, сегодня авианосец – это техника прошлого. Во-первых, такой корабль или подлодка – идеальная мишень для противника. А во-вторых, современные дроны способны преодолевать огромные расстояния. Им не нужен ни подводный, ни надводный аэродром. И вложение денег в проект субмарины таких масштабов просто не оправдает затрат. Флориду захватили гигантские питоны. Только за последний год там поймали около 1000 особей. И самой большой среди них оказалась 6-метровая самка, готовившаяся отложить 87 яиц. В брюхе присмыкающихся исследователи нашли практически всех местных животных. От мышей и кроликов до рысей и оленей. Самое ужасное, что среди жертв рептилий ученые обнаружили людей. Но как эти змеи из Юго-Восточной Азии оказались в США? И что будет, если охотники на питонов не смогут остановить безудержный рост популяции змей? По данным американских серпентологов, сегодня на территории штата Флорида находится около 150 тысяч питонов. При этом с каждым обедом змеи становятся все больше. В среднем питон может достигать размера до 7 метров в длину. И чем больше становится рептилия, тем более крупные жертвы она выбирает для нападения. Но как вообще эти змеи-убийцы оказались на североамериканском континенте? Конечно, питоны вряд ли доползли сюда сами. Скорее всего, их завезли во Флориду любители экзотических животных. Но люди не понимают, что уже через год маленькая змейка превратится в настоящего монстра, которого нужно кормить. В итоге, большинство из них просто выбрасывали питонов на улицу, поскольку ни зоомагазины, ни зоопарки их не принимают. По другой версии, нашествие питонов началось с нескольких беглецов. В конце августа 1992 года над югом Флориды прошел ураган Эндрю. Шторм пятой категории опасности разрушил несколько центров разведения животных. Бесчисленное количество экзотических зверей сбежало. Среди них было несколько питонов. На свободе рептилии занялись поиском пищи и размножением. Их первыми жертвами стали главные обитатели этих мест – люди. Отец этого малыша утверждает, их домашний любимец, питон Ней-Ней, совершенно не опасен. Хозяева настолько доверяют трехметровой рептилии, что даже оставляют своего маленького ребенка наедине со змеей. Однако совсем недавно подобный домашний любимец задушил двух мальчиков. Питон через окно забрался в соседний дом и убил детей во сне. Похожая история произошла с Лизой и Ричем Шоу, чей питомец, 4-метровый питон, задушил и проглотил их 3-летнего сына. Обычно питон нападает на людей невысокого роста. Ему так легче достать до плеч, чтобы потом удушить. Поэтому, как правило, жертвами становятся дети. В США были случаи, когда питоны забирались в дом, в детскую кроватку и убивали детей. Для сверхточной охоты у питона есть небольшие ямочки на голове, позволяющие улавливать тепловые волны от жертвы, и длинный раздвоенный язык. Им змея обоняет воздух. Обнаружив жертву, рептилия сразу же атакует. Используя мощные челюсти и острые загнутые внутрь зубы, захватывает добычу, затем обвивает ее своим телом и душит. Благодаря тому, что челюсти у питонов, то есть в них отсутствует как таковой сустав, то есть кость там подвижная, они могут достаточно широко раскрывать рот. И вообще питоны, как и большинство других змей, могут заглатывать пищу, равную своему весу. Питоны могут проглотить даже там кабана, вот такого, небольшую косулю, вот оленей небольших тоже могут. Удивительно, но всего за один период размножения самка тигрового питона откладывает до 100 яиц. При этом за год детеныш становится в 4 раза крупнее, чем был при рождении. А когда их длина достигает 2 метров, они превращаются в настоящие машины для убийства. Поразительно, что этим тварям не страшны ни капризы природы, ни даже огненные муравьи, которые, по идее, должны уничтожать яйца в змеиных кладках. А вместо этого заморские рептилии почти полностью истребили енотов, опоссумов и рысей. Других млекопитающих на глазах становится меньше, причем особенно страдают те районы, где змей больше всего.
В дикой природе питоны живут до 25 лет, становясь все больше и больше с каждым годом. Зоологи уверяют, самые важные условия для их роста и размножения – обильное питание и благоприятная среда. По данным климатических наблюдений, за последнее десятилетие средняя температура воздуха на планете поднялась примерно на 1 градус. И, по всей видимости, она будет повышаться и дальше. Далее в программе. Холм мертвецов в Папуа-Новой Гвинее. Почему местные власти не могут справиться с племенем каннибалов? Что стало с первооткрывателями людей Ангу? Несмотря на то, что это маленькие человечки маленького роста, они наводят ужас на всю округу. Их боятся все близлежащие окружающие племена и даже белые люди. Жертвы спасательного жилета. Нацистский доктор Зло убил более 400 человек, чтобы создать средства защиты. За что нацисты казнили злого гения? Люди испытывали страшные муки. Большинство сходили с ума. Неизвестная история знаменитой самозванки. Кем на самом деле была княжна Тараканова, претендовавшая на российский трон? В Европе за власть, конечно, по шее надают, могут и убить. Но в России за власть убивают всегда. Псевдогермафродиты из Доминиканской республики. В городке Лас-Салинас дети меняют пол в возрасте 12 лет. Что это? Неизвестная генетическая болезнь или эволюционные изменения? Есть в генетике такой термин, как эффект предшественника. При близкородственных браках они могут проявлять себя. То есть такая мутация известна, она распространена. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В джунглях Папуа-Новой Гвинеи исследователи обнаружили настоящий холм мертвецов. На возвышенности находились десятки мумифицированных человеческих останков. Но самое жуткое – все эти люди словно замерли и окаменели заживо. Со стороны может показаться, что это некая длинная скамья, на которой сидят десятки людей. На самом деле все это мумии. Но кто и зачем их сюда посадил? Почему ученые назвали эти останки копчеными мертвецами? И что произошло с первооткрывателями этих земель? Их рост не более 160 сантиметров. Племя Ангу в Папуа-Новой Гвинее практически не контактирует с цивилизацией, поэтому полностью сохранило свою первозданную культуру. В их небольшой общине до сих пор практикуется каннибализм. Ангу очень воинственное и кровожадное племя даже среди своих сородичей. Несмотря на то, что это маленькие человечки маленького роста, они наводят ужас на всю округу. Их боятся все близлежащие окружающие племена и даже белые люди. Считается, что впервые белые люди нашли Ангу в 1896 году. Этнограф Карл Гольд исследовал отдаленные территории джунглей, когда наткнулся на племя людоедов. Практически всех членов экспедиции пытали, а затем казнили и съели. Гольта, как предводителя, обезглавил и съел сам вождь. Единственным выжившим стал мальчик-носильщик Тому. Его сделали рабом. Но почему людоеды не тронули ребенка? Ангу поедают не всех. В пищу идут только сильные и крепкие мужчины. Для каннибалов съесть воина чужого племени означает забрать его силу. Старики и дети считаются людьми, уже растерявшими или еще не получившими силы. Во всех древних народах считалось потребление частей тела или присвоение личных вещей каких-либо выдающихся людей методом переноса энергии и информации о каких-то качествах, положительных каких-то достоинствах от убитого человека к себе любимому родимому. Религия Ангу отличается первобытной жестокостью. Так у умерших они отрезают ладони и стопы. Считается, что таким образом сила мертвого человека уходит к живым. Отрезание стоп и ладоней – это прям вот очень символично, потому что через стопы и через ладони у человека выходит энергия. Несмотря на то, что они пожирают внутренности своих предков и что это ужасный обычай, в этом был смысл продолжить линию рода. Но самое удивительное – местные жрецы превращают покойников в мумии. Правда, делают они это по-своему, не так, как в Древнем Египте. Умерших людей своего племени Ангу коптят. Фактически, ну вот как мы имеем дело с сухофруктом, был красивый персик, да, мы его высушили, и какая-то вот непонятная субстанция образовалась, но тем не менее мы и по вкусу, и по виду можем понять, что это именно этот фрукт. Вот так же и с человеческим телом происходит.
Чтобы сохранить мумию, у Ангу есть своя особая технология. Они извлекают из тела внутренние органы, их съедают близкие умершего. Затем с помощью бамбуковых трубок откачивают жир. Делается это тоже со специальным ритуалом. Жиром обмазывают родственников, членов семьи, для того, чтобы энергия этого человека, энергия родственника не была потеряна, не ушла вместе с ним в другие миры, а осталась с его семьей и могла приносить дальше пользу. После останки помещают в специальную яму, под которой разжигают костер. Таким образом, ангу фактически коптят тело. Жрецы следят за каждым шагом. Именно они решают, когда остановить копчение. После мумию покрывают глиной. Получается некий такой сосуд по форме человека, или, можно даже сказать, такая скульптура с некротической начинкой. После чего тело предка, таким образом обработанное, относят с ритуалами и со всеми почестями на вершину горы, которая уже и представляет собой место окончательного покаяния. Ангу верят, что после смерти люди не уходят в иной мир. Они остаются со своим племенем в виде духов. Создавая монументы из мертвецов, жрецы как бы дают умершим пристанище. На священной горе каждый из них занимает свое место. Считается, что теперь они будут помогать своим потомкам, каждый как умеет. Если он был воином, он защищал людей от врагов, то после смерти он становится тоже воином и тоже защищает от врагов, но уже более высокого уровня. Да? То есть это против демонов, против злых божеств выступали армии из сохраненных, мумифицированных воинов, привязанных душ, привязанных к своим телам. Чести превратиться в копченую мумию и занять место на священной горе удостаиваются только люди из племени Ангу. Однако попасть на стол к аборигенам может любой. Человека просто съедят без почестей. В 1975 году власти Папуа-Новой Гвинеи официально запретили мумификацию умерших. Но могут ли законы современной цивилизации повлиять на племена отшельников, имеющих свои представления о мире? Изобретатель из поселка Заречный Свердловской области Сергей Глитков придумал непроверзающий костюм-поплавок. Чудо-одежду из пенополиэтилена и изолона уже оценили спасатели и военные. По мнению экспертов, разработка свердловского энтузиаста сможет заменить привычные спасательные жилеты. Мало кто знает, но спасательный жилет изобрел нацистский ученый Зигмунд Рашер, известный как «Доктор Смерть». Он ставил эксперименты на людях в лагерях Дахау и Аушвиц. Скольких людей погубил нацистский гений ради своих открытий? Как он изобрел знаменитое средство защиты и за что лидеры Третьего Рейха приговорили ученого к смерти? В 1941 году в концлагере Дахау проводили чудовищный эксперимент. Узников помещали в барокамеру, из которой постепенно откачивали воздух. В своем дневнике доктор Зигмунд Рашер подробно описывал, что именно происходило с людьми, умирающими от удушья. Рашер пытался выяснить, какое количество времени испытуемый может провести с минимальным количеством кислорода. Выяснялось, что там буквально считанные полчаса, не более. И тоже это зависело просто от состояния сердца. Врач исследовательского института Люфтваффе Зигмунд Рашер сам предложил командованию провести эту серию жестоких опытов над заключенными. Целью эксперимента было изучение работоспособности летчиков в условиях стратосферного полета. По мере падение давления, то есть люди испытывали страшные муки. Большинство сходили с ума и так далее, пытались, там бились головой, пытались убить себя и так далее, потому что, страшные мучения. За свои опыты Рашер получил денежную премию. Однако вскоре он доложил руководству, испытаний в обычной барокамере недостаточно, поскольку на высоте человек испытывает не только перепады давления, но и переохлаждение. Ученый попросил усовершенствовать аппарат. Моделировалась ситуация, когда летчик катапультировался на большой высоте в разряженной атмосфере и затем попадал, скажем, в ледяную воду, скажем, в районах Северных морей, там, Ледовитого океана.
Для начала Рашер стал изучать влияние низких температур на организм человека в природных условиях. Подопытных помещали в бассейн с ледяной водой или просто выгоняли на мороз. Грубо говоря, так. Берут русского сибиряка, выгоняют его на мороз. Градусов 25. Голова. И разрешают ему там, ну, можно, конечно, двигаться, согреваться, но деваться ему некуда. Это называлось сухое замораживание. Абсолютно голые и босые люди находились на 20-градусном морозе около суток. По воспоминаниям очевидцев, они так истошно кричали, что Рашер разрешил им вдыхать эфир, чтобы уменьшить страдания. Когда человек переставал подавать признаки жизни, его заводили в теплое помещение и начинали отогревать. Рассказывать об этом довольно противно, потому что было отогревание, например, физическим теплом. Для этого привозили женщин, вот из этого самого женского лагеря Равенсбрюк, укладывали рядом, они его отогревали своим физическим теплом. Рашер скрупулезно записывал, сколько времени понадобилось, чтобы вернуть испытуемого к жизни. После этого всех участников эксперимента расстреливали. Других своих жертв Рашер помещал в бассейн с ледяной водой. Людей одевали в жилеты. Одни из них фиксировали голову и шею человека ниже уровня воды, другие – выше. У первой группы остановка сердца наступала через 50 минут, у второй – через 100. Наблюдения Рашера впоследствии были учтены при создании спасательного жилета. Отчеты о работе доктора Рашера и всех врачей нацистской Германии, к сожалению, остались в очень небольшом количестве, потому что ведомство Гиммлера в конце войны все это уничтожало. Рашер часто посещал медицинские симпозиумы. Говорил, что стоит на пороге феноменального открытия в области гинекологии и акушерства. Якобы ему удалось увеличить детородный возраст арийских женщин. В качестве примера ученый приводил собственную жену Каролину Даль, родившую тройню в 48 лет. Объявил о том, что вот он нашел способы повышения деторождаемости. И, как мы говорили, в общем, это для него это была уже чистая фальсификация. И он поплатился за это жизнью. В мае 1944 года Зигмунд Рашер стал особым заключенным концлагеря Бухенвальд. Затем его перевели в Дахау. Он провел год в заключении, а затем был расстрелян. Его жену повесили в концлагере Равенсбрюк после неудачной попытки побега. Такие вещи, поскольку дети были не арийского происхождения, такие вещи отслеживались некоторыми ведомствами Гиммлера. И очень жестко. При том, насколько Рашер был полезен, вот этого обмана ему не простили. В 1946 году дело Рашера рассматривали на Нюрнбергском процессе. Следствие установило, с октября 1942 года по апрель 1943 ученый поставил 400 опытов на живых людях. Никто из заключенных, отобранных Рашером для испытаний, не выжил. Далее в программе. Грибы атакуют людей. Почему грибное царство воюет с человечеством? И как защититься от нападения? Споры вездесущих могут прорасти где угодно, в том числе и у нас в организме. Загадка африканского аэродрома Юндум. Кто построил в Гамбии взлетную полосу в 3,5 километра? Почему исследователи нашли в этой истории нацистский след? Местные люди утверждают, что все это было испокон веков и существовало еще при их прадедах. Псевдогермафродиты из Доминиканской республики. В городке Лас-Салинас дети меняют пол в возрасте 12 лет. Что это? Неизвестная генетическая болезнь или эволюционные изменения? Есть в генетике такой термин, как эффект предшественника. При близкородственных браках они могут проявлять себя. То есть такая мутация известна, она распространена. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Израильские ученые обнаружили древнюю челюсть Homo sapiens возрастом 177 тысяч лет. Останки нашли в пещере Меслия на горе Кармель. Исследователи отмечают, эти кости – древнейшие фрагменты скелета человека разумного. Если результаты подтвердятся, то это значит, что люди впервые покинули Африку примерно на 50 тысяч лет раньше, чем было принято считать до сих пор. Помимо фрагмента черепа, в пещере нашли также древние орудия труда и свидетельства использования огня.
Немецкие инженеры создали 3-миллиметрового робота-муравья. Он способен передвигать грузы, превышающие его вес в 1000 раз. Умное устройство с легкостью перемещается по твердым поверхностям, а также умеет плавать. Аппарат управляется с помощью магнитного поля. Оно распределяется неравномерно, и это дает роботу возможность совершать так называемые сложные трюки. Согласно задумке инженеров, в дальнейшем гаджет будут применять в медицине. Китайские военные вычислят американские самолеты-невидимки с помощью летающего радара. По предварительным данным, техническую новинку установят на один из авианосцев. Как говорят создатели проекта, главным элементом передовой системы локации стала активная фазированная антенная решетка. Именно это устройство позволяет распознавать даже объекты с системой защиты стелс. Помимо этого, аппарат обладает более совершенной системой связи и радиолокации, работающих в широком спектре сигналов. Вес радара около 30 тонн. Американцы обнародовали кадры вездехода, разгоняющегося до скорости 100 км в час всего за 3,2 секунды. Машину назвали «гусеничная ракета». Североамериканские инженеры оснастили ее двигателем мощностью 1500 лошадиных сил. Вездеход уверенно держит направление на льду и даже легко обгоняет спортивный снегоход. Новой моделью уже заинтересовались военные. Китайцы сумели клонировать двух мартышек по методу овечки Долли. Генетики создали абсолютно одинаковые копии животных. Но прежде чем осуществить задуманное, ученые больше 2 лет исследовали возможные последствия эксперимента. Первые опытные образцы погибли, прожив всего лишь несколько часов. Эксперты считают, что в скором будущем смогут осуществить клонирование человека. Единственное препятствие на пути к цели, по мнению специалистов, закон, запрещающий подобные эксперименты. Шокирующее открытие. В глухой доминиканской деревне исследователи нашли детей, способных самостоятельно менять свой пол. Специалисты утверждают, что в поселении Лас-Салинос некоторые девочки к 12 годам превращаются в мальчиков. И происходит это само собой, без всяких операций и таблеток. Но как такое возможно? Есть ли у этого явления научное объяснение? И что говорят об этом сами чудо-дети? В этой небольшой деревушке в Доминиканской республике живет всего 6 тысяч человек. Примерно 2 тысячи из них дети, 50 из которых – это так называемые гевидосы, в переводе на русский – пенис в 12 лет. Это Джонни. Ему 25, и он превосходно орудует мачете. Но еще 13 лет назад этот мальчик носил платье, получал кукол в подарок на день рождения, и все называли его «Фелисита». Я помню, как я ходил в школу в красном платье. Еще у меня были разные юбки. Мне дарили кукол, но я никогда не любил играть с девочками. Мне всегда хотелось играть с мальчиками. Родители признали в Джонни девочку, поскольку при рождении у него не было первичных мужских половых признаков. Я родился дома, не в больнице. Я думаю, они просто не смогли понять, какого я пола. В Лас-Салинос Джонни не уникален. Здесь это не считают аномалией. В городе на 90 рожденных мальчиков приходится по одному такому ребенку. Но почему это происходит? Это врожденная мутация, затормаживающая выработку фермента 5-альфа-редуктаза. Именно он отвечает за производство мужских половых гормонов. В результате ребенок рождается с несформировавшимися до конца половыми органами. Как известно, у женщин основные половые гормоны относятся к группе эстриол, эстрадиол, у мужчин это тестостерон. Хотя и те, и другие гормоны мужские существуют, присутствуют у женщин, а у женщины присутствуют мужские гормоны. И вот нарушение их баланса наступает те или иные отклонения в развитии. Врачи провели исследование, и они сказали, у нее есть 2 маленьких яичка, как бы находятся внутри ее. Они сказали, она мальчик, но для меня это девочка. Гауделин 2 года. Врачи предупредили родителей. К 12 годам первичные половые признаки ребенка окончательно сформируются, и она превратится в мальчика. Но родителям не всегда легко смириться с такой переменой. Поэтому в семье к малышу по-прежнему относятся как к девочке. Организм не доформировался, что вот девочке хочется мальчишеских потребностей. Она сначала хочет, потом начинает к ним стремиться, потом начинает их показывать и выказывать, и только когда это становится гипертрофировано, вдруг родные и близкие начинают это видеть. Карле всего 7, но она уже на грани превращения в Карлоса. Ее мать говорит, что давно обратила внимание на грядущие перемены. Когда ей исполнилось 5, я заметила, что она стала часто драться со своими друзьями-мальчишками.
Ее мышцы начали расти. Стало очевидно, что она будет мальчиком. Недавно Карла попросила подстричь ее покороче. Заплетать косички ей никогда не нравилось, и мать, наконец, уступила желанию дочери. Сегодня Карлу подстригут как мальчишку. Когда я увижу ее с короткими волосами, я думаю, мне будет проще понять, что она мальчик. Но я люблю ее, кем бы она ни была. Девочка или мальчик не имеет значения. Родителям Карлы будет проще принять смену пола дочери, ведь подобное уже происходило в их семье. Двоюродный брат девочки, Кэтрин, окончательно превратился в мальчика в 11 лет. Но почему такое количество псевдогермафродитов рождается именно в этом городе? По мнению ученых, эта редкая генетическая мутация передается по наследству. Поселок находится далеко от других городов. Специалисты предполагают, в прошлом здесь часто создавались семьи между близкими родственниками. Вероятно, именно поэтому аномалия закрепилась в генотипе жителей городка. Есть в генетике такой термин, как эффект предшественника. При близкородственных браках они могут проявлять себя. То есть такая мутация известна, она распространена и, самое главное, не затрагивает половые клетки. Здесь в данном случае речь идет только о называемой соматической мутации. Врачи уверены, сегодня Джонни самый обыкновенный парень. В будущем ничто не помешает ему жениться и завести своих детей. Когда я изменился, моя жизнь стала счастливой. Я хочу семью и детей, того, кто будет со мной всегда. По словам исследователей, Доминиканская республика не единственное место, где рождаются так называемые гевидосы. Подобные случаи ученые зафиксировали и в Новой Гвинее. Ученые из Лидского университета в Великобритании считают, что атмосферу Земли создали грибы. Эксперты утверждают, эти существа попали к нам из космоса и стали катализатором эволюции на нашей планете. По мнению исследователей, грибы достаточно высоко организованные создания. Они умеют общаться, переваривать пищу и даже двигаться. Более того, именно грибы стали предками всех растений и животных. Но почему ученые называют Землю будущего планетой грибов? И правда ли, что эти существа уже ведут невидимую войну с человечеством? Они способны проломить асфальт. Их энергии хватает, чтобы светиться в темноте. Всего за одну ночь превращают токсичные отходы в съедобное и питательное вещество. Ученые признали, грибы – это супермены планеты Земля. В прошлом году исследователи из Королевского колледжа в Лондоне доказали, псилоцибин – вещество из галлюциногенных грибов, способно управлять сознанием людей. Вот грибы как раз – это те самые существа, многие из которых являются паразитами. Паразиты, как правило, причиняют вред. Без маски я с ними не работаю, потому что споры вездесущих могут прорасти где угодно, в том числе и у нас в организме. Американский ученый Теренс Маккин считает, что именно мицелий грибов, их вегетативное тело, сделал из обезьяны человека. Якобы гриб поселился в мозге примата и образовал новые нейронные связи по типу грибницы. Многие грибы боятся. Ты боишься этих существ, потому что ты не знаешь, чего от них ждать. Но необходимо сказать, что все-таки наша планета – это планета. В ближайшем будущем, да уже сейчас начинается, это планета грибов. Но неужели обычные грибы могут уничтожить человечество и полностью заселить нашу планету? По разным оценкам, сегодня в мире существует до 1,5 миллиона видов грибов. Из них изучены не более 10%. Однако ученые уже доказали. Грибы передают информацию на расстояние и способны жить миллионы лет. Они размножаются как растения, но переваривают пищу как животные. В их состав входят хитин и фосфор, отвечающий за интеллект и нейронные связи. Вот один раз я смотрела в микроскоп под небольшим увеличением. У меня была чашка Петри с плесневыми грибами. И что вы думаете, когда я заглянула в микроскоп, и я вдруг вижу, как эти головки, вдруг они все поднимаются, поворачиваются в мою сторону и начинают в меня стрелять, честно говоря. Я отпрянула от микроскопа и долго в себя прийти не могла.
В начале 2000-х профессор из университета на острове Хоккайдо Тошиюки Накагаки провел любопытный опыт. У входа в мышиный лабиринт он положил плесневый гриб фузарий. На другом конце лабиринта ученый поместил кусочек сахара. Все грибы любят дармовщину, а уж сахар для них – это прямо как наркотик для человека. Гриб пополз, гриб убрали, а потом вернули на место, и он точно повторил свой путь по коридору, по своим следам, по которым он успешно когда-то дорос до сахара. Это была обычная лабораторная среда с достаточной влажностью, чтобы позвать гриб, чтобы он ломанулся, вообще минуя лабиринт, через стенки прямо туда. В это сложно поверить, но грибы действительно могут передвигаться. Правда, их способ совсем не похож на привычные нам бег и ходьбу. И самое главное, грибы не двигаются постоянно. Они делают это только в случае необходимости, чтобы получить нужную им пищу или воспроизвести потомство. Ну, не то, что прямо у вас на глазах, да, но там по несколько сантиметров за час потихонечку передвигаются по влажной почве или по гнилой древесине и ищут себе место для спороношения. Ну, в этом смысле можно, конечно, сказать, да, что грибы перемещаются. Ускоренная съемка, конечно, покажет много интересного. Вот он там вырастает, разворачивается, начинает выбрасывать споры. Но неужели грибы действительно могут объявить войну человечеству? Ученые считают, что грибы стремительно эволюционируют и могут открыто нападать на людей. Количество жертв в конфликте не поддается подсчету. Люди сами предоставили грибам возможность нас атаковать. Все новые виды грибов, они совершенно свободно приходят в наш организм и внутрь, и наружу, как в свой собственный дом, с большое количество зданий, где воздух проникает во все уголки и помещения, и создают условия для развития плесневых грибов. Это бич современных развитых государств. По словам экспертов, мы сами создаем грибам идеальные условия для захвата наших городов и, самое страшное, наших тел. Антибиотики, которыми сегодня лечится весь цивилизованный мир, убивают не только вредные бактерии, но также разрушают всю нашу защитную систему. Таким образом, грибам ничего не стоит захватить человеческий организм. Далее в программе. Загадка африканского аэродрома Юндум. Кто построил в Гамбии взлетную полосу в 3,5 километра? Почему исследователи нашли в этой истории нацистский след? Местные люди утверждают, что все это было испокон веков и существовало еще при их прадедах. Неизвестная история знаменитой самозванки. Кем на самом деле была княжна Тараканова, претендовавшая на российский трон? В Европе за власть, конечно, паши надают, могут и убить. Но в России за власть убивают всегда. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Международная группа конспирологов считает, что загадочный аэродром Юндум на территории Гамбии построили нацисты. Якобы с его помощью они вывозили уран, добываемый в Африке во время Второй мировой войны. Но зачем конструкторам Третьего Рейха понадобилось создавать взлетную полосу из гигантских каменных плит? И какие аппараты могли взлетать с одной из самых длинных полос в мире? Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта Юндум составляет 3600 метров. Он считается одним из лучших в Африке и способен принимать самолеты любого веса. Это одна из самых длинных взлетно-посадочных полос во всем мире. Больше нее только полоса тибетского аэропорта Бамда, длиной почти в 5 километров. В Гималаях такой размер обусловлен расположением. Аэродром находится высоко в горах. Но зачем огромная полоса понадобилась в Гамбии? Этот аэродром представляет из себя одну из очередных загадок Африки. Местные люди утверждают, что все это было испокон веков и существовало еще при их прадедах. И откуда это появилось, это неизвестно. Сами гамбийцы утверждают, что главную и наиболее дорогостоящую часть аэропорта, его взлетно-посадочную полосу, никто не строил. Якобы эта дорога была здесь всегда. Она состоит из каменных плит, тщательно подогнанных друг к другу. Камни в этих строениях подогнаны просто идеально. Поэтому мы можем предположить, что, например, для создания подобных гладких форм необходима высокая температура или какой-то тип сфокусированной энергии, например, лазер. Кто и когда построил это, мы пока не понимаем.
Официально аэропорт построили в 1977 году по проекту известного сенегальского архитектора Пьера Гаудиаби Атепа. Но, по мнению конспирологов, эту взлетную полосу создали за 36 лет до появления современного аэропорта. Специалисты считают, что ее строителями стали нацисты, так называемый африканский корпус Третьего Рейха. Существует такая конспирологическая версия, что этот аэродром построили во время Второй мировой войны немцы, которые активно вывозили уран. Но, с другой стороны, зачем немцам, если бы они даже и строили этот аэродром, строить такую длинную взлетно-посадочную полосу? Действительно, 3,5 километра взлетно-посадочной полосы в 40-х годах прошлого века не могли понадобиться ни одному из существовавших тогда самолетов. Кроме того, никаких следов строительства аэродрома нацистами не сохранилось. Необходимо было бы использовать каменоломни и каменотесные технологии. Вот, всего этого не наблюдалось. Как они могли таким быстрым и скрытным образом это построить, разумеется, эта версия сама себя изобличает. Конспирологи предполагают, что на этой территории немцы могли испытывать новые самолеты-гиганты, экспериментальные модели, разрабатываемые в секретных лабораториях. Скептики уверены, никаких секретных лабораторий нацистов в Африке не было, а в строительстве загадочного аэропорта принимало участие НАСА. В 1987 году агентство выбрало Юндум запасным аэродромом для многоразовых кораблей типа «Шаттл». Через год американцы усовершенствовали полосу. НАСА использует в своих военных нуждах как космический аэродром, в том числе для посадки, скажем, шаттлов. То есть это очень удобное, уже существующее апробированное сооружение, достаточно надежное. Однако, согласно документам, строители НАСА полосу не удлиняли. Ее расширили с 29 до 45 метров и установили радиоэлектронные системы управления и навигации. Но если космическое агентство изначально не участвовало в строительстве и проектировке, то кто и для чего построил посреди Африки настоящий космический аэродром? Историки выдвинули новую версию происхождения знаменитой авантюристки княжны Елизаветы Таракановой. Долгое время ученые считали, что самозванка была немкой по происхождению. Сама Елизавета до последнего дня жизни утверждала, что она законная принцесса, дочь императрицы Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского, тайного супруга царицы. Но кем была эта женщина на самом деле? Почему она решилась выдать себя за наследницу российского престола? И чем закончилась ее невероятная история? Фройлейн Франк, фройлейн Шель, госпожа де Тремуль, принцесса де Валдамир, султанша Али Эмете, принцесса Азовская, графиня Пиненберг и, наконец, великая княжна Елизавета. Таким стал путь самозванки Таракановой к российскому престолу. Мы можем сказать о княжне Таракановой только одно, что она была не простолюдинка. Она была, ну, то есть не от сохи она была. Не... Но была ли она аристократкой или она была просто хорошо воспитанной горожанкой, трудно сказать. Впервые она появилась в немецком городе Киле под именем Фройлейн Франк. Оттуда, меняя любовников и имена, будущая княжна Тараканова через Лондон и Париж добралась до Франкфурта. Она могла стать женой настоящего иностранного принца, графа Филиппа Фердинанда фон Лимбург-Штирум и хозяйкой целого графства Оберштейн. Однако вместо пышной свадьбы и титула графини авантюристка объявила себя дочерью российской императрицы Елизаветы, законной наследницей царского престола. Но кто мог надоумить мошенницу на столь рискованное предприятие? Это был момент раздела Польши. Начало 70-х годов. В Польше была очень сильная так называемая барская конфедерация, которая противилась всеми силами этому разделу. Часть польской родовой аристократии, которая имела сильнейшие, в свою очередь, связи с Германией, соответственно, они искали, ну что, как бы навредить России. Современные историки предполагают, идею с незаконной дочерью императрицы могли придумать польские аристократы. И не зря первую раскрутку, как, возможно, императрица всероссийская, эта княжна Тараканова получила именно в Польше. Могло бы быть все красиво. А дальше из этого всего получился, конечно, фарс.
потому что сама она оказалась абсолютно неподготовленной к роли претендентки на российский престол. Мало того, что она не знала русского языка, мало того, что она абсолютно не знала ничего про Россию и не хотела знать, что характерно. Княжна быстро приобрела популярность среди западных монархов. Екатерина, занявшая трон после дворцового переворота, поручила ликвидировать самозванку. В феврале 1775 года в итальянском городе Ливорно на борту корабля «Святой великомученик Исидор» состоялось венчание русского аристократа Алексея Орлова и претендентки на российский престол Елизаветы Таракановой. А через несколько часов псевдокняжну арестовали. Корабль с самозванкой отправился в Кронштадт. Орлов, который был таким плейбоем, пользовавшимся колоссальным успехом у женщин, в том числе и в просвещенной, в кавычках, Европе. И миссия была блестяще выполнена. Он с ней познакомился, закрутил роман, и княжна Тараканова проявила поразительное, если не сказать подозрительное, легковерие. Считается, что Тараканова до последнего не знала о предательстве Орлова. Якобы ей специально врали, что он тоже под арестом. Княжну заключили в Петропавловскую крепость. Там она родила ребенка и в декабре скончалась от чахотки. По преданию, перед смертью граф Орлов приходил к самозванке. Сказал, извини, милая, концепция изменилась. Теперь ты не невеста, а задержанная. В Европе за власть, конечно, паши надают, могут и убить. Но в России за власть убивают всегда. Если бы у княжны Таракановой были бы могущественные кураторы, они бы на пушечный выстрел не подпустили бы к ней Орлова. Считается, что Тараканова прокляла Алексея, и это подействовало. Совпадение или нет, но его законная жена Евдокия Лопухина умерла при родах в том же возрасте, что и самозванка, а сын графа прожил всего один год. Но кем же была эта женщина? Историки уверены, скорее всего, Тараканова происходила из семьи итальянских торговцев. Ее внешность, описанная современниками, указывает на южные корни. Она прекрасно знала французский, немецкий, английский, итальянский. Четыре языка знала. То есть, в общем, необразованная она точно не была. Потом все, кто ее знал, вспоминают, что она была великолепных манер. И очень красивая женщина. Черноволосая, черноглазая, с очень густыми красивыми волосами. Ну, в общем, красавица. Ряд исследователей считает, что в тюрьме от чахотки Тараканова не умирала. Эксперты предполагают, авантюристка сумела найти высоких покровителей и в России. Якобы через 10 лет в московский монастырь святого Иоанна Предтечи доставили женщину, которую постригли под именем Досифеи. Считается, что после смерти ее тело было погребено в родовой усыпальнице Романовых под именем Августы Таракановой. Ложный шаг не раз приводил к открытию новых дорог, считал польский философ Лешек Кумар. Давайте не будем бояться новых путей. С вами был Олег Шишкин, и вы смотрели программу «Загадки человечества».